Боже, ты благ! Мы благодарим Тебя за это время, за этот шаббат, Господь. Мы благословляем Тебя, мы превозносим Твое имя, всякое имя, Господь, которое Ты открываешь в нашей жизни. Ты Спаситель, Ты Утешитель, Ты, Боже, милостивый Господь, Ты знамя наше, Ты победа наша, Ты наша скала, Ты наша крепкая башня, Ты камень, на котором мы строим свой дом, Боже. Аллилуйя! Будем веселиться, радоваться и провозглашать Его имена. Жизнь здоровья всем. О, как могу
чистынем ты, Адонай, и лишь тебе спасение. О, как могущественен! О, как могущественен ты, Адонай, ты тот, кто жизнь даруешь им. О, как могущественен ты, Адонай, и лишь тебе спасение. Тебя буду славить.
Поставил меня на камне. Твое слово, Господь, свет для меня, и за это тебя буду славить. Ты извлек меня из глубокого рва и поставил меня на камне. Твое слово, Господь, свет для меня, и за это Израиля, моя скала, Бог Израиля, моя защита, Бог Израиля, победа моя, и за это тебя буду славить, Бог Израиля, моя скала, Бог Израиля, моя защита, Бог Израиля, победа моя, и за это тебя буду славить. Извлек меня из глубокого рва и поставил меня на камне. Твое слово, Господь, свет для меня, и за это тебя буду славить. Извлек меня.
жаждем Твоего присутствия. Мы жаждем пережить Твое прикосновение. Мы, Боже, провозглашаем Твои имена. Мы радуемся пред Тобой. Мы, Боже, наполняемся Твоим Духом. Боже, прикасайся к нам, к нашим сердцам. Изменяй нас, Господь. Аллилуйя. Мы хотим, Боже, пережить это необыкновенное присутствие Твое, Господь. И оно не от нас, от Тебя, Господь. Не от нашей святости, не от нашей праведности, но от Тебя, Господь. Ты приходишь и очищаешь нас. Ты приходишь и изменяешь нас. Ты приходишь и врачуешь наши сердца. Ты приходишь и утешаешь. Аллилуйя. Твое слово, Господь, он свет для меня. Твое слово, Иешуа, изменяет меня. Твое слово, Господь, врачует меня. Твое слово, Господь, наполняет жизнь мою. Как Ты благ, как Ты. Своим духом. О-о-о-о.
Давайте мы поднимем наши руки к Нему и скажем: «Ты далеко не отпускай меня. Боже, будь ближе ко мне». В то время, когда вот буквально несколько минут назад у нас была ходатайственная молитва, кто-то переживал, я почувствовал, как Господь ответил мне вот в моем ходатайстве такими словами: «Как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Это такое обращение ко всей общине о том, что сохранивших именно слово его,
слово терпение, то испытание, которое Бог дает. Бог обещает, чтобы Он сохранит тех, кто уповает на Него, в годину искушения, которое грядет в этот мир. Я еще повторю, что это слово как раз вот тем, кто держится Его слова, Его обетования, Его обещаний. Потому что Его обетования, в первую очередь, они испытывают нас. Это слово испытания, терпения, ожидания, как у Авраама, которому было дано обещание о его потомстве, и он долго ждал, в терпении ждал его слова. И это слово сохранило его от тех испытаний, других, которые и шли в другие места. Также и в наше время это принадлежит нам. Ехаданай панавелеха, вихунеха, Исадонай панавелеха, высемлеха, шалом, бешемишу машихейну. И каждый из вас скажет амен.